Ты откуда свалилась, а? Я из детдома. Мы там все такие. Слушай, нам надо что-то придумать, чтобы детдом завалить. Слушай, у тебя же есть ее фотографии. И в спортзале, и наше общее, где мы все вместе. В интернете полно порно-сайтов. У тебя фотошоп. В чем проблема-то? Это бизнес. Думай всегда о себе. Это не я. Поздно. Слишком поздно. Ну я же ни в чем не виновата. Даже если ты права, мы уже не оправдаемся. Единственный выход, если она добровольно покинет «Звездные войны». Выбыла основная претендентка на победу Элеонора Наидёнова. Да, как нам сообщили в оргкомитете по состоянию здоровья. Блин! Что? Как? Ногу подвернула, что ли? Сумку украли. В сумке все было, билет, в сумке были деньги. Знаешь что? А идем-ка ты в клинику ко мне, нянечкой. Я там старшей медсестрой работаю. У меня как раз одна уволилась. А вот самая большая проблема – это сам больной. Он так плох? Да, осталось ему месяца два максимум. Как мало времени осталось. Как мало. Жена, дети. Жен было много. А сын один. Да даже в конце концов ваш папа. У меня нет отца. Господи, Боже милостивый, пожалуйста, пошли этому человеку прощение. Пошли ему время, чтобы искупить свои грехи. Рома, сынок, я виноват перед тобой. Перед мамой. Прости меня, сын. Ты чего? Прости. Вставай, вставай. Ты чё? Чё с тобой, пап? Вставай. Не надо, мне вставай. Сын поможет. Осторожно. Спасибо. Вставай, пап. Осторожно. Я помогу, пап. Я помогу. И кто услышит эту песню? Я остаюсь. Тот за звездой своей. Меня нашла моя семья. Пойдем.